روان شدن چار جوان، هر چار گریفتن کمان، نانها شدن پر ارمان، یا مولان یا مولان یا مولان. Всем привет! Вчера Травкин был в Риге, а сегодня смотрите, где я. Опа! Ну чё? Приехали. Да. Идем в туннель, вернее в метро. Сейчас поедем. Вон клубника продается. 150 рублей клубника стоит. Сейчас поедем покупать мне сим-карту, чтобы был интернет. Ах да, да это. Рассчитать у тебя там. Что, когда и сколько. Потому что 4 дня это вроде много, но 4 дня это вроде мало. Поэтому надо все четко было. Но мне нужно. Потому что мы хотим два города. Неважно. Мне нужно Инстаграм, Фейсбук и Ютуб. Я бы тебе даже это самое, не два города, а три. Ну на третье, на видное, наверное, не хватит. Остановился в магазине, смотрю, брелочки. А клей тут можно купить? Это он же супермаркет. Супермаркет? Да, давай, у тебя ориентация. Вот, смотри, клей. Вот клей. Вот клей. Скажи, какой, подскажи мне, я куплю. А у тебя из чего сделано? Ну вот, кроссовки у меня разорвались. Вот. Вот, это, вот это здесь, вон. Мягкая, да? Вот, вот здесь. Это не резина? Резина. Это не резина. Хотя ту посыпаешь. Я на фонтане работаю. А вот суперклей, суперклей. Во, вот такой видишь. Фонтан на Москву большой. Да, да, и 4 фонтана. Тури, 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 ту. А мы едем в подземелье, андеграунд. Ну, формально тебе не трое суток, а двое суток. Ну что-то третьи сутки сначала делали король Серпухов, потом Чехов. Просто это самое, в Серпухове мы на речке, а в Чехове заедем это самое. Тоже в деревню, наверное, в основном в деревню. На фазенду, да? А? Там фазенда у тебя в Чехове. Ну. Дача, да? Или дом? Ну дом. Не, ну просто я говорю это самое. Особо нигде нет самое. Ну я понял тебя. Чисто. Так, поднимаемся наверх, вылазим из метро. Метро, я вам скажу, ужасная хрень. В такие туннели ездить так долго. Так, ребятки, мы выбрались в город и из подземелья. Нет.
такие виды. Мы опять в подземелье? Да нет, переход. А, переход. Пипец, ребята. Только с улицы опять в метрополе поехали. Так, ребятки, мы сделали интернет. Как тут сложно интернет делать, такие геморройные пересылания денег из одного банка в другой банк, какие-то пересылания денег. А это селфи? Ну да. А уже сделал? Да. Так, сейчас мы едем на метро к Сашке домой, скидываем рюкзак, отдыхаем, а вечером на концерт. На концерт плясать. Пошли в метро, куда пошел? Опять в метро, короче. Мне эти метро не нравятся, если честно. Вообще не нравятся. Ну а что делать? Все. Так, ребятки, мы наконец-то приехали к Сашке на район. Сейчас стоим возле пятерочки, будем покупать продукты питания, чтобы нам хватило пожрать. Ну и, короче, все. Смотрите дальше. У меня к вам охуительная просьба. Когда получаете заказ, закрываете ячейку, блин. Вот, видите, и снова заработал. А что это за ячейка такая? Что это такое? Это по интернету заказываешь, это маркет. Почта? Почта? Marketplace беру. Почта? Или это не почта? Интернет-магазин. Вот это интернет-магазин? Да. А как они открываются? Здесь ключение. Смотри, сюда вводишь, номер заказа пишешь, тут же расплачиваешься, ты все нажимаешь, открывают. А, она автоматически открывается, да? Mm. Понятно. Ну что, пошли в пятерочку за товаром. С пакетами. Да. Саня, как этот район называется? Это на доме написано. Вот, говори, громче. Микрорайон 1. А, микрорайон 1. Вернее, это улица. А, это улица? А как район называется? Район мы шифруемся. Понял. Москва, блин. Смотрите, ребята, какие высотки стоят. Сколько этажей? Блин, ну посчитай. Да, сейчас я считать буду. А, вот. И теперь надо сделать меня геройского, блин. Давай, тащи. О, вы думаете, тут ключи есть? Ага. Нет, тут ключи. А, этот закрыт. Этот тоже. Ну, есть много бесплатных людей, у которых открыт. Бесплатная почта, да? Нет, чуть. Нет, просто от кого прятаться? А, что там написано? Окурки не бросать. А тут вот телефон какой-то. Блин. Ай, ладно, пошли нафиг этот дом управления. И знак. Так, ребята, а вот Сашкина квартира. Сашкина квартира. И, да, и знак. Угонная система, блин. А, у тебя даже под охраной. И сигналка еще стоит. Но ты... Это пожарный. Да я знаю, специально на видео спизданул. У тебя в комнате можно снимать? Ну а что? Я же снимаю. Закрой дверь. Сейчас будем обследовать квартиру Древицкого.
Нихера себе хоромы у тебя какие. Нихера себе. Блин, ты сейчас сделаешь, вот донатить вообще не будут. Нихера, донатить будут, ничего, не ссы. О. Так, посмотрим. А это кто у тебя живет? Таракан. Здесь? Таракан. Кстати. А где ты взял таракана? В зоомагазине. А вот, короче, Колян, посмотрите, ребята. Сейчас я его покажу, он спрятался. Ну а сейчас, по традиции, дарим подарки. Смотрим подарки. А как попугая звать? Петюня. Петюня. Петюня, привет! Так, Александр, готов принимать подарки? Давай, готов. Сейчас. Вот смотри, это тебе офицерские яловые сапоги военные, советские. Да. Ого. Размер посмотри, подойдет тебе, а то, я думаю, с портянками подойдет. Где у них размер-то пишут? Ну это 43-й примерно. Ну это нормально. 42-43. У меня берется 42-й, наверное. Так, сапожки. Нормально, надо почистить, короче. И... Что, нормально? Да, почистить. Это тебе шапка от меня. О. Для видео. Видео снимать будешь. Фига себе. Да. Красавчик мужчина. Вообще жесть. Так, ну и дальше поехали. Вот тебе рижские оригинальные шпроты. Оригинальные рижские шпроты. Три банки. Слушай, я думаю, надо поделиться со стариком Ширвинтом, блин. Это твои дела. Да не, просто реально, знаете, канал Михаила Ширвинта, мой вот такой друг, вот, самое главное, что старый Ширвинт тоже любит вот эту вещь. На еще. Это рижский черный бальзам, приготовленный на 126 травах. Ну им особо не напиваются, но это так, для здоровья пьют его, сам понимаешь. Так, ну а вот это, извини, что поломалось, помялось. Я думаю, это не важно. Вот эту шоколадку Мишки Лацитес по-латышски, лайма, латвийская фирма, это тебе Петрович дарит. Это от Петровича. Петрович, противный. Не, кстати, вот насчет того, я когда отсюда езжу в Лецию, я покупаю только русские шоколадки. Блин. Потому что я считаю, вот то, что там вот эти Альпен Гольд и прочее, вот... Да, суль я всегда вожу. Я думаю, за Альпенгольд, вот это все, вот, где что, австрийское, по-моему. Ну, западло, блин. Ну что, отсюда надо везти только русский шоколад. А это... Это латвийское. Ну, это как водка, да. Делают водку в Латвии, но она русская. Ну, в смысле, столичная. Ну, знаешь, за столичную водку. Столичная водка, она... Настоящая столичная водка выпускается именно в Риге. По лицензии, как положено. В Москве столичная водка, это подделка. Так, Александр, и теперь самый главный вопрос. Ты готов? Готов. Сколько стоит подстричь тебя на лысо? Донат, сколько донат? Блин. Это много. Ну... Ни у кого нет таких денег, потому что я сейчас решил не подстригаться. Это не только связано что с документами, когда я летаю, пограничники. Нет, это уже... Как-то сложилось, вот как вот Самсон, вот эти библейские герои, вот именно с этого. Поэтому, идя против моих волос, вы идете против Бога, против Библии. Поэтому это стоит очень дорого. То есть не продается? Ну,
Да, я могу сказать, самые лучшие машины в мире, блин, которые самые дорогие машины. Да и то есть. Ну ладно, все, спасибо. Наслаждайся подарками, на здоровье. Всего хорошего. С вами Алкобард. Прикол. Этого вы не научитесь на канале у Алкобарда, поэтому под видео будет ссылка на мой канал. Итак, как наливать коньяк, чтобы деньги сэкономить и не перелить гостю. Блин, надо бабочку одеть. Я бармен же. Так. Берем коньяк. Покажи, как называется коньяк. Киновский. Ложим. Дай понюхать. Ой. Ложим рюмку. И льем вот сюда. Ложим, да? Опа. Ну-ка еще раз сделай, я засниму. А зачем так делать? Одинаково? Да, одинаково. Ну, а зачем так делать? Чтобы было уставное количество коньяка налито. Ровно было, да, налито? Ну не сколько ровно, а чтоб просто обычно сколько наливать. Вот, да, а вот когда вино уже наливается в винный бокал по плечике. Это значит. Давай чмокнемся. Могу даже сейчас показать бокал. В глаза смотри, когда щелкаешься. Ты сразу, да, залпом? Да нет, я что? За устричу. А вот вино. Ой! Блять. Так, наливается вот. Идет. И тут переламывается. И наливается вот так вот уже. Это можно. Где идет такой переломная вот эта фигня? Для вина, да? Ну да. А ты выпил уже? Да? Нет? Прости, господи, я никогда все буду залпом пить. Я не Наталья Викторовна. Я пью понемножку. И водку пью понемножку. Мне наливают в Греции 50 грамм водки, я ее пью полчаса. Я шел на пляж, мне как налили, до пляжа так и не дошел. Не то, что напился, а просто я рюмку водки пью полчаса. Значит, по поводу того, что с походом совместим, и если уж пошла такая пьянка, что нет возможности у меня отметить Пасху в этой в Москве, ну, мы в походе отметим Пасху в Серпухове, надо взять и яйца тоже. Вот. Они уже готовы, да? Угу. И по поводу, я не знаю, сейчас сказать, я хотел снять, уже официально объявить о своем фестивале «Время Чехова». Ну, как это, отдельно или сейчас? Ну, говори, завтра, короче, завтра видео выйдет. Дорогие друзья, объявляю, вот как ежегодно, бог знает с какого года, в последние выходные июля мы, как бы, это в клубе Татьяны Томилиной, мы приняли решение об учреждении фестиваля «Время Чехова». Как там оно было? Каждый год был, но когда был, когда не было. В этом году он официально состоится. И состоится в Серпухове, на реке Оке. Ну, как бы, документ есть в сети. Число скажи. Бля, я не знаю, завтра число. 27-е. Нет, не сегодня. А когда фестиваль состоится? Ну, вообще завтра, 27-го. А, завтра состоится фестиваль? Ну, мы же поедем туда. На фестиваль? Блять, А мы червей купили, зачем мы червей купили? На рыбалку. Одно другого не мешает. Поход, вот это и фестиваль. Понял. Вот, короче, и официально будет этот самый, к сожалению, не будет Татьяны Томилиной, не будет такой Каткиба и прочее, у меня где-то лежит грамота еще, потом покажу грамоту свою, помню, еще у нас конкурсы были. Ну, буду я. Вот, и будет вот, товарищ, оператор, блин. Если что, я в своем клубе могу как... Нет, был клуб Татьяны Томилиной. То есть Татьяна Томилина была президент клуба литературного. Я забыл свою дозу, вице-президент. А сейчас у меня еще в то время был клуб ЛКМ. Так вот, я являюсь президентом ЛКМ. ЛКМ – это дочерняя
так сказать, дочерний клуб Татьяны Томилиной, клуба Татьяны Т. А, ЛКМ, дочерний клуб ТТ. Вот. Ну, неважно. И я вот беру этого человека, вот, который оператор, я беру его. Вице-президент, короче, будет. Или как это? О! Орг-отдел! Орг-отдел. Будешь в орг-отделе в этом. Короче, и думаю, и теперь я не могу встретить Татьяну Томилиной, но мы будем вдвоем развивать эту тему, будем. За это мы и выпьем. Вот так вот. Так, ребятки, мне Александр подарил такой спиннер и подписал его. Буду крутить спиннеры. Ну а мы кушаем пиццу, пьем лимонады, пьем коньяк, базарим на темы всякие. И в принципе собираемся на концерт. Не, завтра не надо. Слушай. Да нет, завтра пас хочу. Александр, ты знаешь своего подписчика «Овощная база»? Знаю. И он мой подписчик. Он у меня спросить у тебя, как тебя притесняют белки? Почему ты заказал сигну, рисунок против белок? На моем канале видео ты видел? Блин, а что я заказывал? Я ничего не особо не заказывал. Ну вот и сейчас. Я могу сказать то, что в России 97% пидорасов, блядь. И поэтому я сейчас вообще на комментарии ни с кем не отвечаюсь, потому что любой ваш комментарий может быть против вас быть использован. При всем том, что в России 97% пидорасов, блядь. Не, ну в принципе, мы идем на концерт, я иду на концерт в форме. Я верхнюю часть снял, ну, сапожки, нормальные сапожки, чё. Ну, дело в том, что, вот. Потом я поеду в Ригу бороться, блядь, с нацизмом, блядь. Потому что это неправильно, то, что... я понимаю, вот, я могу вам показать, у меня в шкафу висит плохая форма, которую нельзя пускать, блядь, вне закона. И оно у меня-то нормальная форма. Вот, поэтому... Я вам как царь говорю. Вот за это и выпьем. Блин, с вами Алкобард. А значит, мы будем пить и обязательно об этом поговорим. Блин. Ну, я люблю две вещи. Значит, процитировать люблю Алкобарда и Макса 100-500, блин. Вот это... Все. Хелштейн. Так, ребятки, мы собрались в поход... Мы идем на концерт. Поход собрались в магазин. Очевидно, нам немножко коротнуло напитка горячительного перед концертом. Идем в магазин. Вот так вот. Ну все. Специально для вегетарианцев. Мы опять в метро. Во, вот эти ролики заебись. Это, так сказать, жизненно. Не ругайся матом на моем канале, Александр. Я офицер, я имею право. Я царь. Вот очередной подъем метро. Но мы почти приехали на концерт к клубу. Поздоровался с подписчиками. О. Короче, вот Курская тоже наша станция. Я с Курской в Грецию улетаю, блин. Агентство тут мое, блин, самое крутое, блин, царское, блин. Я просто забыл, как это называется, а то можно рекламу было сделать. Вот так вот.